Легкая атлетика, королева спорта, включает в себя большое количество дисциплин. Ходьба, бег, метание, многоборья, прыжки, в том числе шестом. Встать на пьедестал призеров в них непросто, тем более на соревнованиях международного класса. Но для Александра Грибича это стало реальностью. С подробностями Надежда Неткачева и Александр Косицын. Ночь, аэропорт, тренерско-преподавательский состав детско-юношеской спортивной школы номер один, сотрудники управления по физической культуре и спорту Славянского района и просто близкие люди с цветами и радостными улыбками приехали встречать Александра Грибича. С минуты на минуту он войдет в этот зал, ведь наш земляк только вернулся с чемпионата Европы по легкой атлетике. Это стало доброй традицией – встречать наших прославленных спортсменов. Самолет приземлился около 12 часов ночи, но несмотря на это, настроение у Александра было отличное. Первое интервью на кубанской земле спортсмен дал корреспондентам Славянского муниципального телевидения. Это, ну, естественно, не только моя победа, далеко не только. Тут и тренеры, тут целая команда и руководство, которое всегда идет навстречу, и массажисты помогают, и, ну, в общем, все. Упорные тренировки, целеустремленность, огромная воля к победе помогли спортсмену взять серебро на чемпионате Европы по легкой атлетике. Чтобы достичь такого результата, нужен опытный наставник. Большую помощь в подготовке к соревнованиям Александру оказал его отец, заслуженный работник физической культуры и спорта Кубани, заслуженный тренер России Сергей Грибич. Мы начали тренироваться, прыгать уже в январе. И к чемпионату России мы отработали разбег. У нас стал получаться разбег полный и стабильно. Поэтому вот на чемпионате России у нас получилось, что Саша впервые выиграл чемпионат России и попал на чемпионат Европы. Там у нас сложилось удачно, успешно, мы бесконечно счастливы. В спортивной копилке у Александра Грибича немало наград. Он победитель Всемирной летней универсиады 2009, серебряный призер летней универсиады 2011, многократный призер чемпионатов России. Недели ранее славянский спортсмен подтвердил свою хорошую форму и блестяще выступил на чемпионате России в Москве, где вновь одержал победу. Это ему дало путевку на чемпионат Европы, откуда Александр Грибич вернулся с новым личным рекордом, покорив планку 5 метров 85 сантиметров. В соревнованиях уступил только одному спортсмену. Мы долго шли в этом году к этому. Серебряная медаль – это достойный результат для Александра Грибича. В этом году у нас 50 лет в школе, и, в общем-то, они этот год открыли очень достойно. Впереди у славянского шестовика подготовка к чемпионату мира, который пройдет в Пекине. Пожелаем нашему земляку дальнейших спортивных побед и достижений. Надежда Неткачева, Александр Косицын. Программа «События».